Вопрос: Какая награда ждет того, кто предоставил разговение постящемуся мусульманину? Ответ: Хвала Аллаху. Заид Ибн Халид аль-Джухни сказал, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: Кто накормит соблюдающего пост во время разговения и втара, то ему будет записана такая же награда, как и тому, кто соблюдал пост. Только награда, соблюдавшего пост нисколько не уменьшится из-за этого. Хадис привели от Тирмизи под номером 807. И Ибн Маджа, под номером 1746. Ибн Хайбан подтвердил достоверность хадиса. Аль-Албани -Ал сказал, что хадис достоверен в Сахих Аль-Джамия, под номером 6415. Ибн Таймия сказал, что под словом «накормит» или «предоставит пищу для разговения» подразумевается, что накормит его досыта. Смотрите Аль-Ихтиярат, страница 194. Праведные предшественники стремились кормить постящихся и считали это одним из достойнейших видов поклонения. Некоторые из них говорили, созвать 10 своих друзей и накормить их той едой, что им нравится, для меня лучше, чем освободить 10 потомков Исмаиля. Многие из праведных предшественников отдавали свою пищу для разговения другим, несмотря на то, что сами соблюдали пост. Среди тех, кто поступал подобным образом, были Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, Дауд ат па Малик ибн Динар, Ахмад ибн Хамбаль, ибн Умар всегда разговлялся с сиротами и нуждающимися. Некоторые из них кормили своих братьев по вере и обслуживали их, будучи постящимися. Так поступал Аль-Хасан и ибн мубарак Абу сиуар Аль-Адауи сказал, «Мужчины из племени Бану Ади совершали молитву в этой мечети, и никто из них никогда не разговлялся в одиночку. Если находился тот, кто мог разделить с ними трапезу, они приглашали его к ней, а если нет, то выносили пищу в мечеть и ели вместе с людьми. Предоставление и разделение трапезы для разговения это поклонение, из которого проистекают многие другие: любовь и уважение между теми, кто предоставляет пищу и теми, которые разделяют трапезу. А это, в свою очередь, становится причиной вхождения в рай, как сказал посланник Аллаха, Вы не войдете в рай, пока не уверуете, и вы не уверуете полной верой, пока не будете любить друг друга. Хадис привел муслим под номером 54. Также этим действием человек общается и составляет компанию праведным людям. Надеется на награду за то, что помогает им в поклонении, силу для исполнения которого они получают от предоставленной пищи.